Всем привет. Очень частый вопрос, который задают о занятиях с детьми, с какого возраста нужно начинать? Ну вот могу сказать про себя, для нас как бы этого вопроса не существует. Почему? Потому что предыстория вопроса такова. Всех детей мы рожали дома, и на следующий день фактически можно уже начинать занятия. В 1992 году при рождении нашего первенца Александра на следующий день приехал очень хороший инструктор, сейчас он очень известен, это Леонид Китаев. Он показал нам динамическую гимнастику, бэби-йогу, значит, купание и проныривание. Что-то мы взяли на вооружение, что-то отстранили. Но это был наш выбор, поэтому каждое воспитание и занятие со своим ребенком должно отталкиваться от своих задач. Динамической гимнастикой мы занимались со всеми детьми, и она дает свои плоды, потому что, вот, допустим, первый ребенок у нас уже в год лазил по шведской лесенке, но единственное, я рядышком стоял. Но как бы сил на все хватало. С каждым ребенком процесс шел по-разному, он строго индивидуален. Ой, молодец, молодец, Маша. Главное не следовать в занятиях какому-то шаблону, а вовремя остановиться или продолжить, чтобы каждое занятие или урок оканчивались на позитиве. Данное видео было снято для себя, и тот диалог, который там звучит, соответствует нашей теме разговора, поэтому я его публикую. Маша, молодец! Ой, молодец какая! Маш, что ты не поешь, как наш? Ай! Ай! Машуля! Люда говорит, а ты сходи, говорит, на лекцию Лёни Китаева, получишь огромное удовольствие. Я говорю, ну мы не собираемся же больше крутить. В общем-то, я так думаю, больше и незачем. Да больше не надо. Да, Машуля? Да, здесь да. Здесь основные движения. Лёня Китаев делает там космонавтов. Зачем? Да, нет, ну, конечно, там такие детки, когда смотришь на этом, ну, на диске там, они такие сбитые. Ну, потом с ними...